вот обычная, друзья, американская картина. Люди с жиру бесятся, отдают мебель. Говорят, забери ты ее нахрен бесплатно. Вот тут ветром ее немножко, так раз-раз. Сейчас я опущу. Это из-под нот, культурные люди, интеллигентные. Вот написано, бесплатно забери. А напротив люди дом, но все-таки уже не бесплатно, а за деньги отдают. Ну, дом. Но большие. Мы сейчас на этот дом посмотрим со двора сначала. Вот это фронт-ярд с громадным деревом фронт-ярд. А мы сейчас вот зайдем во двор. Да, заходим во двор. Так. Идем себе во двор. Явно участок у него небольшой. Мы выясним все параметры. Но... Так. Вот у него сзади здесь небольшое такое патио. Ой, я бы сказал, очень мило, но я бы сказал, что маленькое. По размеру это как таунхаус. Вот, да, и количество земли такое. Я думаю, что здесь у нас высотки. Да. Ну вот, буквально все, что есть. Пошли в дом зайдем. Они за него хотят 1 030 000. Хотели 1 100 000, но скинули 70. Значит, 3 спальни. 1400 скверфутов дом, 4,5 сотки участок небольшой. Вот. Но они так, видимо, какую-то работу произвели, что пол хороший. Такое ощущение, что новый пол. А тут явно стейджинг, это не настоящая мебель. Кухня новая. Мы со Светой когда заходили в дверь, я говорю, Свет, ну сколько? И мы сошлись, что должен стоить там 1850. Ну вот так, они хотят больше. Ну, деньги положили люди в ремонт, конечно. Видите, такая структура наверху с балками. Свет не любит, она считает, что надо закрывать. А мне нравится. Так, ну тут что, бедрум. Небольшой, ну как положено, шкаф. Ага. Тоже крышу я вам показываю. Тут. Это как бы существенный элемент. Так. Такой коридорчик со шкафами. Со шкафами. А что там? А, тут шкаф. Шкаф, друзья, шкаф. Это шкаф. Так. Okay. So it's all new. I mean, the floor is new. The floor is all brand new. Yeah, they made an addition, so okay. It's not. Они достроили вот эту часть света. Света всегда смотрит, как построено. Потому что ее первое впечатление было, что это дом с двумя бедрумами. А ей говорят, это три. И она пошла выяснять, что за три. И поняла, что достроили. Так, это, надо полагать, мастер-бедрум. Ага. Слушайте, хорошо достроили. Очень симпатично достроили. Вот тут, значит, такая, умывальничек. Ну, действительно, люди действительно положили денежку. Я их понимаю, они хотят больше. Так, вот, смотрите, как хорошо все. И бедрум сам. Хорошо. Так, идем дальше. А это, видимо, тут у них... Это что ты считаешь, вот тут должно быть? Это walk-in-closet. Walk-in-closet, но без двери. Без двери. Ага. Так, значит, идем дальше смотреть. Так. Он сам хозяин этого дома. А, он сам хозяин? Угу. То есть агент, он же хозяин. Так. Значит, он, знаешь, что сказал? Я могу сказать. Да. Здесь раньше, вот эта комната была мастер-бедрум. Вот это? Да.
из нее был вход вот в тот туалет, туалет, который там находится. Но они немножко расширили, там у них было такое типа санрум. Сделали там новый мастер. Ну, я не слышу, я думаю, две басрум, а так тут все-таки три спальни, два туалета. Да. Ну, нормально. То есть ты считаешь нормально, что на миллион? Я считаю, что 30. Это еще один такой, еще одна такая дача, вот, вот которая. Если кому нужна дача. Да, если кому нужна дача, то теперь она стоит гораздо дороже. Так, ну что, мы вроде все посмотрели, миллион, да? Миллион 92. Миллион 29. Миллион 29. Они хотели 100, но согласились на меньше. Ну, видишь, так, тут работает тоже немерено, сколько нужно делать. Нет отопления нормального. Ну да, здесь мы уже были. Ну что, тут очень светло. Надо сказать, что... Да, Свет, скажи светло. Скайлайт вот это. Скайлайт и не единственный скайлайт. Вообще светло, и зеркала. Да, да. Очень, очень светло. Я бы сказала, что это не дома дачи. Для дачи только, для дома так себе. Ну, ты считаешь, он уйдет вот за эти денежки, или он... Ну, если ты вспомнишь, что у нас продается возле дома за миллион, там, сколько, 200, там вообще такая маленькая. Ну, то есть, он, конечно, очень-очень близко к воде. Ну, у него очень маленький, вот. Да, земли мало, там 4,5 сотки. Да, ну, что же, друзья, вот так живут люди на побережье. Давайте так, со стороны, гараж большой, да? Гараж замечательный. Все.